Давайте я попытаюсь сейчас рассказать, наверное, еще раз о троллинге, о технике ловли, о том, что нужно для этого. У меня есть старое видео, вот там многие жаловались на звук из-за мотора. Сейчас я приобрел себе четырехтактный двигатель Honda 30-ка. Поэтому, наверное, разговор получится. Итак, для троллинга. Для троллинга нам нужна лодка, соответственно, да, мотор, лодка любая, желательно румпельная, потому что с консольными довольно-таки, ну, тяжеловато ловить, столько кайфа не получаешь. Почему? Потому что одной рукой мы там подруливаем, нам мешает лобовое стекло при подсечке. Если стаканный троллинг, то да, можно и консольные, а так лучше румпельная лодка. ВХ-шка, металл, без разницы. Дальше, эхолот. Эхолот, по сути, любой. Можно, конечно, и глубомером пользоваться. Вот. Так, что-то я нацеплял. Простым каким-нибудь тетрисом. Лучше, конечно, с даунсканом, с боковым сканированием, с хорошим сонаром и тому подобное. Все это пригодится. Даунскан нам поможет обнаружить коряшки, в которых мы можем и ловить, и обойти их, вовремя остановиться, не зацепить. То есть хороший даунскан, он не помешает нижнее сканирование. А так вообще эхолот любой подойдет. Опять же, допустим, эхолот, который ставит точки, вот, он тоже, ну, с картами, да? Вот, он тоже как бы пригодится. Так, сейчас я трон поменяю, продолжим разговор. Переехал я. Так. Остановился я на эхолоте. По поводу эхолота. Я говорю, любой. Чем круче, тем лучше. Все это нам пригодится. Теперь, что касаемо самой снасти. Люди ловят на разное, начиная от крокодилов, там, заканчивая какими-то джигами, палками, соплями. Снасть подбирается под условия ловли. То есть под определенные водоемы подбирается снасть по тесту и, соответственно, по жесткости. Я люблю жесткие палки из хорошего, качественного, высокомолекулярного графита. Как правило, это какие-то морские палки для морского джигинга, для ответственной ловли на море. Или, допустим, какие-то джерковые палки. Но ни в коем случае не те палки, которые созданы именно для троллинга. То есть не троллинговые палки. Потому что троллинговые все палки, они, как правило, вата. То есть это для стаканного троллинга создано. Все. К сожалению, у нас пока для троллинга в один спиннинг не делают палки. Возможно, когда-нибудь и я этим вопросом займусь и что-нибудь начнем делать. Палка должна быть жесткой. То есть, вот видите, да, это я сейчас точу агрессор. То есть вот он равномерно у меня работает. Как она гнется. Я в обзорах на мощных палках все это рассказывал. Можете посмотреть, зайдите на канал, посмотрите, там полистайте. Вот, палка должна быть жесткой, из хорошего материала. Значит, почему, значит, я использую, как правило, дорогие палки. Дорогая палка, она звонкая.
То есть она не просто так стоит таких денег. В нее люди вложили хороший материал. Использование жесткой палки нам дает большое преимущество. Во-первых, это моментальная подсечка судака. Вот. Во-вторых, полный контроль приманки. То есть жесткая палка нам лучше передает ход событий. То есть все поклевки с удачами хорошо, перетычки, да, которые, на которые приджиги мы ловим. Вот. То же самое и здесь. Судак тыкает, надо успеть его подсечь. Он, конечно, иногда и виснет. Вот. Но если ловить на тычки и на поклевки, ловить будете в разы больше. По палкам, наверное, все. А длина палки, да? Длина палки это, наверное, где-то 2 метра, 2,40. Вот в этом диапазоне. Теперь, наверное, что касаемо катушек. Катушки я использую мультипликаторные. Сейчас у меня стоит Pacifan Allegis 300 с передаткой 5,9. Очень легкая катушка с силовой ручкой. Вот. Не катушка, а просто песня. К сожалению, ее можно купить только на AliExpress пока. Вот. А так можно использовать разные мультипликаторные катушки. Я постараюсь, значит, сделать видео по катушкам. Катушек у меня много для троллинга. И я попытаюсь о них это все дело рассказать и показать. Желательно не брать какую-то здоровую тяжелую катушку, чтобы у вас не устало, в руках не отсохло. Вот. Но и не надо сильно мельчить. Сильно мелкие катушки вас тоже утомят. То есть вам будет тяжеловато вываживать, скажем, работать с ними. Вываживать рыбу, особенно трофейную. Крутить будет тяжеловато. По поводу безнарационных катушек, мясорубок называемых, я их не использую, потому что при троллинге, особенно когда мы используем какие-то холкообразные сильнопористые приманки, катушка быстро рассыпается, умирает. Поэтому пожалейте свои катушки, не ставьте безнарационные, мясорубки не ставьте. Но кто-то и с ними ловит, и не знаю, там, насколько там на сезон, на 2 сезона, может, их хватает. Но то, что они дохнут, это факт. Так, по поводу плетенки. Плетенку я использую где-то, наверное, 0,18-0,20. Вот. Можно использовать и потолще. Все в зависимости от того, где мы ловим. Если воблер у нас, если глубины у нас небольшие и не нужно заглубить воблер, то можно использовать и потолще плетню. А если нам нужно заглубить воблер, скажем, тот же самый бандос на 8 метров, то нам нужна плетенка 0,18 и желательно какая-нибудь не просто 0,18, а реально японская потоньше. Вот. Да, она, возможно, будет похуже, невозможно, она будет похуже зацепа держать, но это уже отдельная история, сейчас я о ней стараюсь упомянуть. Вот. Я использую, значит, плетенки от German и использую сейчас на сегодняшний момент еще плетенки Duel Hardcore X4 или X8. Вот. 4-жильная или 8-жильная? 8-жильная или 4-жильная? 4-жильная, меньше. Точнее, 8-жильная плетня поглубже заглубляет воблер. Это тоже факт. То есть где-то, наверное, там, ну, около метра воблер заглубляется, на лишний метр где-то заглубляется воблер лучше, глубже. А так без разницы. Если мы ловим в коряжнике или где-то, где много зацепов, то лучше использовать потолще шнур. Но тогда нам нужно поставить крючки более тонкие или какие-то более тонкие колечки. То есть и настроить фикцион, чтобы, допустим, при зацепе мы смогли оттуда выдернуть нашу приманку. Можно, конечно, использовать и отцеп, но долбя отцепом по корягам, мы довольно-таки неплохо расшугаем рыбу. Поэтому лучше, конечно, оттуда ее выдернуть, не шугая рыбу. Да и время с отцепом, наверное,
если вы один, особенно в лодке, займет вас и на течение ловите. Ну, довольно-таки все это муторно. Так, теперь что еще? По поводу приманок, да, наверное. Приманки, это у меня отдельный есть, опять же, плейлист по поводу уловистых приманок, которые работают на Волге, на Ахтубе. Можете тоже посмотреть. Лучше всего, наверное, лучше всего, это факт, работает приманка бандосообразная. Или оригинал, или реплики. Я ловлю на Герман и на оригинал. Так, что еще? По поводу скорости движения, наверное, не сказал, да? Скорость движения лодки. Скорость движения лодки у нас, ну, от где-то, скажем, в районе 3 километров или, допустим, уже за 3, где-то 3,5, бывает даже где-то и 4 километра. Хожу я только против течения. По течению хожу редко. Не люблю ходить по течению, потому что если зацеп, то зацеп, во-первых, это уже глухой. Во-вторых, я плохо понимаю, воблер сильно бьет по дну, и мне тяжело различить эти поклевки. То есть по течению мы ловим только на самозасечку, что меня, если честно, не очень радует. Мне нравится именно подсечка такая. Вот. Дальше. Дальность отпуска. Дальность отпуска у нас все опять же зависит от места, от приманки, на каком месте, на какой глубине мы ловим, как смотря какой приманки. То есть дальность отпуска от 20 метров до 50, в среднем 30 метров отпускаем. Главное, чтобы воблер касался дна, вот, сильно не рыл, но касался дна, скажем так, периодически. Не похавало. Многие подписчики спрашивают время троллинга, времена года, когда троллинговать. Троллинговать можно в любое время года. Троллинг работает всегда. Вопрос только в том, какая приманка работает, какая приманка будет работать в конкретный сезон года. По поводу непосредственно времени. Что ж такое-то? Что-то у меня сегодня день каких-то тычков непонятных, но засечь не могу. Значит, я люблю вставать пораньше, чтобы, как говорится, прям, ну не то чтобы, бывает осенью, весной по-темному, летом по-темному это вообще не получается встать, а получается спать, ложиться не надо. Хотя бы часика 4 поспать-то хочется. Вот. Я, короче, встаю где-то в 3 по Москве. Вот. Бывает уже в это время клюет. То есть я уже как бы вот этот вот сумерки, получается, прошляпил, попадая только на их уже конец. Вот. А следующий клев где-то там в часиков 5, потом в 7 и где-то 9:30, наверное. Также клюет судак и днем. Где-то в час по Москве, в самую жару. Причем клюет как из пулемета. Но выдержать это довольно-таки тяжело, реально. По поводу вечернего клева, тут всегда все по-разному. Бывает в 5 часов, бывает в 7 часов. А бывает, когда и солнце, как бы, когда оно падает. Но когда солнце упало, почему-то судак здесь уже выключается. Судак перестает клевать, когда солнце падает, как говорится, за горизонт. Что нужно еще для троллинга? Для троллинга нужно подсак. Для Астраханской области желательно не для бабочек, а хороший подсак. Если вы ловите один, я вот свой подсак нарастил, он был короткий, был до сюда. Я вот это вот все нарастил, поэтому у меня такая байда. А еще байда у меня такая вот намотана из-за того, что я сюда примотал, пенку, чтобы подсак не тонул. Все дырки загерметизировал, и так подсак у меня лежит на воде. То есть это очень удобно. Я кладу его на воду, когда один,
То есть, когда я уже рыбу подвел, подсак взял, и он у меня здесь уже наготове. Очень удобно. И вот это, вот по этой штуке он не скользит, он лежит на борту и как бы не скользит дальше в воду. А сам круг, сам черпак, он, короче, плавает на воде. Подсак должен быть прочный, потому что вот в этот подсак у меня влазят самые там на 20 с лишним, там, по 30-ку. А Николаевичком туда запросто вмещаются. Что еще? Наверное, нужны вот такие страшные инструменты, как такие вот пассатижи. Данный инструмент нам позволит взять рыбу из угубу, если мы эту рыбу не собираемся выпускать. Вот. Одними, у меня их таких вот, ну скажем, пара. Одним мы берем рыбу за губу, чтобы руки не травмировать, чтобы не порезать за нижнюю губу. А вторыми мы выдергиваем все оттуда наши тройники. Ну что, наверное, в принципе, как бы все. Глубины. Я хожу по разным глубинам, но люблю, конечно, глубину. Где-то 7-8 метров. Там зачастую стоит как раз трофейный судак. Бывают поездки, когда по какой-то причине глубокие места, 8-метровые места не работают. Вот сейчас иду с агрессором, а он молчит. Ну, если бы я ловил сейчас, наверное, где-нибудь метров на 6, то я, наверное, бы уже туда-сюда тягал бы судачат. Ну и там попадаются, конечно, тоже и крупные судаки. Вот, но на глубине, конечно, больше. И на агрессор всегда больше шанса поймать трофей. По глубинам, я говорю, можно по 5, по 6 метрам ходить. 7-8. Вот. Где-то работают по 4 метра. Надо искать. На самом деле, просто важно не глубину найти, а найти рабочее место, рабочую точку, где судак стоит по какой-то причине, где он держится. Это может быть какие-то коряшки, может быть какие-то свалы, это может быть любая аномалия на дне, бровки, пупки. Рядом яма, идем вдоль ямы. Эти места очень хорошо работают. Так что, друзья мои, как-то так. Что касаемо троллинга. Насколько он спортивен, увлекателен и тому подобное. Вот сейчас был прям хороший тычок, а Илюш при разговоре его прошляпил. Что касаемо тех людей, которые говорят, что значит это не спортивно, это не до рыбаки. Друзья мои, вы, значит, плохо разбираетесь вообще по сути во всей рыбалке и тому подобное. Значит, эта рыбалка очень спортивная, на самом деле очень такая трудовая. Реально можно назвать ее спортивной, потому что довольно-таки тяжеловато и спиннинг в руках держать. А если мы еще подыгрываем, то это вообще руки отсыхают. Да что такое-то, а? Блин, не могу его никак просечь, а? Вот, во-вторых, как бы, поклевки. Поклевки такие же, как при джиге, когда мы ловим судака. Вот он тыкает, его надо успеть засечь. По поводу спортивности. Тогда можно назвать, в принципе, и джиговую рыбалку, наверное, неинтересной, не спортивной. В чем заключается спортивность? Объясните мне, а? В чем заключается интерес? Именно в ударе, именно в поклевке. А здесь все то же самое. Подсечки. Если вы думаете, что судак виснет, ну, на джиг он тоже бывает, как говорится, проглатывает и виснет. А когда он повис, мы уже его и досекаем. Не надо лукавить. А есть тычки, есть поклевки, когда нужно именно прям подсечь, не подсек, не поймал. При троллинге, при ловле судака троллингом то же самое. То есть, если вы ловите в стакане, да, вы ловите. Но если вы переключаетесь на троллинг в один спиннинг со спиннингом в руке, вы начинаете ловить больше. Вы начинаете ловить интереснее. Это речь касается судака. Щука, как правило, там, ну, заглатывает и виснет. Щуку ловить попроще. А судака реально очень интересно ловить со спиннингом в руке. Очень спортивно, очень увлекательно. Для этого как раз и нужны хорошие снасти.
чтобы понять всю суть этого дела, вам нужно взять хороший спиннинг в руки, поставить приманку хорошую и выйти на судачье место. И тогда вы поймете, что такое троллинг в один спиннинг. Насколько он увлекателен, насколько он интересен и спортивен. И по поводу того, что троллингисты там ловят больше джигитов. На самом деле это миф. Хороший джигит всегда наловит больше. Вопрос размеров. Но опять же, хороший джигит подберет крупную приманку, найдет место трофейного судака и также будет его ловить на джиг. Джигит, стоя на точке, на одной точке, на стае судака, может наколотить его реально очень много. Троллингисту это сделать сложнее. Троллингисту нужно сделать проход через эту стаю, потом это все дело вымотать, вернуться. И троллингом, опять же, в некоторых местах столько не наловишь, потому что ты шугаешь его. Если где-то ловишь на мелководье, на 5 метрах, туда-сюда, когда ходят лодки, конечно, тоже шугают его. Что еще интересного рассказать? По поводу маточного поголовья я уже говорил. Маточное поголовье – это, почитайте умные статьи о репродуктивном возрасте рыбы. Маточное поголовье – это не трофеи. Это как, наверное, и у людей. То есть маточное поголовье – это молодняк, который будущее водоема. Это где-то как раз особи в районе килограмма. Килограмма и там, скажем, до 3 килограмм. Вот. Если мы забираем двушки, да, вот здесь вот, короче, это реально маточное поголовье. Но если мы будем забирать двушки, а выпускать килошников, то мы это компенсируем. То есть мы мясо забираем двушки, но выпускаем будущее молодняк, это килошники, до килошники. И вот это я, конечно, призываю, то есть выпускать так называемых дрищей или килошников. Выпускайте хотя бы тех, которые запрещены по закону. То есть есть определенные рамки, ниже которых нельзя забирать рыбу. Поэтому если их даже придерживаться, не просто так они написаны, то вы сохраните много-много потомства, и в водоеме всегда будет рыба. Ну все, наверное, вот эта вот дорожка как раз будет, наверное, и посвящена именно троллингу. Я пойду заходить на новое место. Говорит мне уже, аж прям сушняк во рту на жаре. Поэтому, наверное, вот на этом и завершим. Больше я даже не знаю, что сказать о троллинге. Все уже, в принципе, было сказано. Надеюсь, это видео тоже будет для многих познавательно, интересно и чему-то научит. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Всем пока.